Так, ребятки, всем привет. Это у нас Найкс, Лес, смотрим составы, АПшка, обновление сезона. Не знаю, пик, конечно, очень дерьмовый, в том плане, что мы взяли реально говно, взяли, потому что нам еще надо немного забрать лайк. А пик говно, потому что некому саппортить. Один только у нас Шейкер, который с Тафориком нормально. Ну, это АПТБшка, все дела. Будем стоять Лес. Постараемся что-нибудь вывести, очень полезно, и выиграть эту игру. Но, не знаю, это будет сложно. Ну, ничего страшного, мы постараемся. У нас мид идет войд, без курицы. Короче, ГГВП, АПТБ, все дела. Первый сезон, ну, начало сезона, как говорится. Тут все у нас мощные дипы. Все самые сильные собрали, скажем так. Геймеры, продотеры. Будем фармить себя спокойно. А я какой-нибудь пасть мидас вывезу себе. Должно спауниться, заспауниться. Крипы должны. Заспауниться нормально, все пойдет. Все хорошо. Стоим, фармим дальше все спокойненько. А, у нас будет сикер пошел. Окей, я путаю. А, войд у нас, все, я перепутал, они просто поменялись, свапнулись. Я подумал, что за фигня, что-то неправильно тут. Что-то тут неправильно думаю. Забили тут типа. Быстро можно забрать большого как-то. Найкс, конечно, потрясающий персонаж в этом плане. Лес не стоит идеально вообще. То есть лес для него это его стихия, можно сказать, целая. Так, тут агры у нас. Ну это хорошо, агры это нормально. Пофармим сейчас их немножко. А, войд страдает, курицы нету, классно. Третий левел. Нормально, войда все. Шейкер зовут топориком, он себе купил топорик, ему нормально. Он нормально себя чувствует. Самое главное на шейкере купить топорик, все остальное не важно. Так, пудж там в меде. Опять же, взял Найкса против пуджа, против этого пацана, против спектры, то есть пуш вообще идеально заходит тут через МКБ какой-нибудь. Ну от выручки вообще бомба просто зайдет он. Захаваем крипа сейчас тут побыли. Да, вот это я больше всего не люблю, когда фигня происходит. Я тоже крипы выбегают, это бред, как я помню. Но вот они уходят. Ну ничего, будут бегать туда-сюда, это конечно, да, точно. Один раз по ним ударим, чтобы отожаться. Два мидера вообще, у нас все бомба.
Фейза есть, только как бы сходить за ней теперь. Да, сейчас схожу за Фейзой как-нибудь. ФЗ. Так, ВБ делают наши. Ну, враги, точнее, кто делает зеленая выручка. Неприятно, ФБ, скажем так, бля. А кого убивают? Убивают Шейкера. А, его персы вообще просто. Намаз. Намаз, намаз. Фармим, фармим тут. Пытаемся что-то нафармить. Ой, круг или еще и летающий вообще бомба. Так, брат, ой, подождешь секунду, думаю. Our warriors have engaged the enemy. Our allies' town needs help. Тут соло там убивает, молодец. Вот, вот. Insufficient mana. Ну, не иду помогать, потому что хп мало. Не буду лезть, поговорить еще умру там. Ну, изначально чок файт, попало, будет идет на легкую, без саппорта. Забей, короче, все нормально. Так надо в этой доте. В этой доте так надо. Тут без саппортов такая мета играть. Не, ну я пришел бы как бы, но смысл этого такой. Там мы за ним бьем, блудсикер пишет час. Хорошо, сейчас подождем его. Вот там говнище, а? Ну, это уже пытаются прям под тавром его убивать. Берем ассиста. Еще и хлоп тут пердит. Алло. Он бросает замедление твое. Лайк от инвокера пойдет. Так, лагает. У нас шейкер здесь. Почему-то. Почему-то залагал шейкер. Все, лагал. Я тут, пацаны, тупит, что-то пишет. Нормально так. Давай, наверное, мы даже сделаем вот так. Так, и вот так. Ну, мидас тебе хочет собрать. Восьмая минута. Ну, не самый быстрый мидас, конечно, но так где-то. А, да, мидас стоит по-прежнему. Пусть его немного тут лица. Фармит воек, не буду мешать ему. Сейчас вот-вот уже рука появится. Нормально все. С фармом вроде. Все хорошо у меня. Сейчас будем драться, заходить, помогать команде с рукой. Как он пробивает тобой, да? Попал, давай. Куда она улетела, интересно?
Куда-то она улетела. А хз вообще, куда она улетела? Лучше приходит на низ. Так, ну все, почти готово у нас. Армлет, 11 минута, вроде по таймингу, все хорошо. По фарму я вообще идеально ухожу сейчас. Главное не умереть ни разу. Вот здесь убили, походу. Наверное, убью Шейкер с топориком, вообще это удивление. Ну не удивление, для меня точно наоборот. Это как удивление, нет, не удивление. Шейкер с топором это нормально сейчас. Так модно. Сейчас он еще крипа пытается убить. Ну блин, тут надо. Ну, крипа не могу занимаюсь. Так, я вот думаю, что если собрать себе здесь какой-нибудь момчик? Они нарочил за полное, хотя у них с руки бить-то и некому толком. ВР-ка разве что. Потому что спектранера никто в лаха ничего не сделает, не её сам передамажу. Против ВР-ки МКБ надо какой-нибудь делать. Сразу в МКБ упарываться. Даже нет, Саша Яша, а потом МКБ. Так. Это вообще самая тема. Our allies town needs help. Прикольно, да? Не смог поговорить. Ну крип нам нужен. Иди, забирай, иди. Не надо? Как хочешь. Так, тут инвокер бегает с классом. Клоны. Фармить там пытается что-то выфармить себе. Блин, лол, вовремя армейт вырубил. Опасно фармить, сейчас надо отходить. А, пуш может вытянуть. Известно где пуш. А вот и пуш, кстати. Так, ну так понимаю, вы здесь хотите проблем, да? Или пёртываем отсюда вам. Так, ты ж без хука, да, ты без хука. Точно знаю. Так, урну вешает на меня. Но это всё бесполезно. Но выжил. Куда ты идешь за мной? Ты совсем больной, что ли? А мне слайд, да, как оказывается? Забрали. Немножко контроль потерял тут вообще. Обидно мне. А ВР-ка ломает себе нормально, у нее все тут. Низок у нас поламывает. Низок у нас поламывает понемножку ВР-очка. Нормально все, подружки, она там без ТП бегает. Бессмертная просто. Сейчас я приду и накостыляю. Our allies town needs help. Сейчас мы это херачим.
по башке. Ушла. А, не, не ушла ты где-то. Что-то ставр забрали. Есть у нас 11 левел, это уже, конечно, приятно. 11 левел это нормально для 15 минуты, для лесника. То есть даже если мы не убивали никого, то есть у нас по левелу все нормально. Что мы фармим очень много. Вся наша игра это фарм, получается, здесь именно в данной ситуации. Потому что чем еще заниматься? Убить никого не могу сейчас толком. Все от меня скейпятся. А, фармить могу, кушать могу, фармить могу. Знаю тавр, лучший просто. Так, ну они вроде там что-то исполняют. Помочь что ли пойти? Хотя вроде нормально. С радиком, пацан, нормально. Вообще лучший просто. Our allies town needs help. Всех убили, я вернулся. Я прилетел, называется. Встречайте меня, вот он я. Я тут там внизу сломаю. Да, ломаю, точнее. Так, скоро начнем убивать уже. Спорчи там, подруга. Прикольно. Ой, прикольно, не прикольно. Может даже линку какую-то придется собрать. Думаешь, конечно, с руки большой Макси. С топориком особенно он просто откусывает всего крипа сразу. И лучше от меня стрелять точно будет. Собрать какую-нибудь линку реально, и лучше мне вообще ничего не сделать. Он просто кусок мяса бесполезного будет. Просто ничего мне не сделать, его сожру нахрен. Соляру. Тупо слопаю. Бабочка, крыла сразу. Веселый босс. Понимаю, команда меня не поддержит, да? Окей, понял. Ухожу. Порчит сразу делать себе панду. Блин, реально легко придется собирать. О, иди сюда. Иди сюда, иди ко мне. Вот. Мяско прибыло. Что надо, парни? О. Ух ты, блин. Этот нас засовывает. Боль делает какую, а? Просто боль делает подруга мне. Не знаю, Саша Яша. Может затыкать лучше Верочку. Хотя она по-любому соберется линку какую-нибудь. То есть затыкай, не затыкай, она все равно будет бить. Хз вообще. Сейчас собрать хз. Хз. Саша Яша все же по дефолту.
Хотя можно было и манту сделать, но манта на Найкс это, конечно, извращение. Такое. Вот, с мамой ни хрена у него нету вообще, простой. Ну хотя у нас все понемногу фармят, конечно, это не совсем круто, но все же лучше, чем. У нас два мидаса в команде, то есть это очень круто, так как мы в будущем все равно по фарму вырвемся. Только в одно плохо, то что мы все мешаем друг другу фармить, все мешаем друг другу фармить, каждый фармит, это плохо. Единственное, что плохо. То есть тупо все спауны фармятся. Мах, шейкер с дайгером. Шейкер, подожди, стой. Иди сюда, шейкер. Дай тебе залезу, дай тебе залезу, дай тебе залезу. Чё ты лезешь? Ой, балбесина. Дерьмая балбесина. Это балбес. Зачем так рано вот лезть, не понимаю. Ну подожди, что все выживут. Дэдред проголосовал за то, чтобы сдаться. Дурачок. Изи вообще. Изи шейкер. Изич. Всех так, чтобы круто. Крана убьет. А, она убила кого-то еще. Кого она убила? Она убила Сикера. Сикер загулял, походу. Так, ну есть у нас уже Саша Яша. Поздно, конечно, для такой минуты Сашу Яшу покупать. Хотя, ну, вроде нормально. Но все равно, с учетом того, что у меня все фармят, то есть, понимаете, да, мне нигде фармить толком. Это нормально. Что собирать, пацан, пишет, что будет. Нормально. Бери себе мозги. Мозги собирать. Просто изич вообще. Сейчас бы дагер все нафармить, конечно, желательно было. Ля-ля-ля-ля-ля, выжил, офигеть, красавчик. Драться, не пускать. Алло! Чё за дебилы? Чем его отпускать, я не понимаю. Изи вообще тим. Дурачок это начал бить. Я не думал, сейчас еще отпущу его. Ураканул что-то тут. Ну, парни, давайте. Тупо никого нет в команде. Тупо они все где-то лазят. Тупо воет фармить лес. Вот, смотрите. А, ну у него хп мало, я понял. Я не знаю просто. Чё пуш так быстро убегал от меня? А, он Юла себе собирает, пацан. Пацан идет к успеху, он себе Юла собирает. Тереть. Блок пушит нормально. Тараска сейчас будет уже. Нормально, молодцы. Стараются. Чё-то пытаются. Тут сейчас заберутся крипы. Тоже сейчас я заберу крипов. Да, в идеале сейчас, конечно, какой-нибудь МКБ начинает делать уже. Я думаю, с дагером сейчас уже. Она в радик идет. Нормально, все правильно делает. Тут драка, помочь бы как-нибудь. Я забегу, конечно. Я, конечно, попробую, но не обещаю. Ну, все-таки двоих забрали здесь. Нормально, осталось минус два. Хорошо сыграла команда. Поздравляю их. Надо пушить. Да, линка будет хороша здесь, я подумал так хорошенько.
Сумничал что-то. Ну, вот, первый там вата, короче. Панда сейчас мне тут наваляет. Ой, наваляет. Панда сейчас. Ты с Орчином, да? С Орчином панда. Оу. Начнется у меня тут карнавальная вечеринка. Шелочко. Блять. Хотела Тавра умереть. Тут без шансов у меня просто. Просто мне тут сердой зажали. Линка нужна, вот видите, панда на меня прыгает и сразу дает мне сало. То есть линка пипец как нужна. Линка, МКБ и даггер. И все, и можно заканчивать здесь спокойно. Так, мясо здесь, по-моему, умирает. Уху, Войда, все нормально, тут по фарму. Через ботинок все же Войд пошел. Он его не убьет, кстати. Он сейчас еще сам умрет здесь, по-моему. Ой-ой-ой. Ой, что делать? А, он уже с этим. Все нормально у него с этим. Краска уже. Пойдет. Но он вечно защитить не будет. Блудсикер такой персонаж, который вечно не тащит. Тут эта подруга 26 мета радик хранит. Все нормально. Радианс, это конечно круто. Я вот думаю, даггер нужно собирать или нет? Или у меня есть шейкер, могу шейкера врываться. Ну, с его способностью. Ну, то есть я залазил в него, на даггере прыгать. Наверное, так и сделаю. Не надо ничего собирать здесь. Сразу в линку буду выходить. Буду думать, как продвинутый геймер. Потому что у меня этот сало, два сайленсера там в команде, не успею после сала прожать, мне дадут сало, и я не успею даже рейдж прожать, и я просто умираю за месси. Потому что без рейджа я мертвый, ничего не сделаю без рейджа, мне рейдж очень важен за месси, а так я его не могу держать. БКБ не надо, так как сильно затратно, просто рейдж, ну лети хватит целовой. Фарм. Дабл слаг сделал, отлично. Стой, шейкер, все, сейчас с шейкером будем прыгать. Шейкер вырывается. Не головой, да лучше залезть, ну ладно. У нас что там? А, на БМ собрала. Тоже на БМ. Лучше пока уже. Ну, тип с юлами, да? Стан будет интересно. Вот ты зря. А ладно, блин. Отлично, забрали его здесь. Все, линка есть. Несем себе сразу же. Так, Паш, тут байбекается, я понял. Иди сюда. Блин, надо было не бить, ладно.
немножко фейл. Линочка к нам летит, все нормально. Кто он там розовый? Все, линька есть, отлично. Можно пробовать ломать этот контур. Портов достаточно уже. Остался брать МКБ. И у нас Войд сделает МКБ. Кто у нас МКБ делает? Войд, походу, МКБ делает. Войд МКБ. Надо ползать отсюда. Ванда себе походу хек сразу хочет выйти. То есть тут просто линка офф-топ первым махтом вообще нужна была. Вот так это я Кимуру сказал. Что, борзеешь? Так, ну вот теперь надо сделать себе что-нибудь на домах такое жесткое. Не знаю, что такое жесткое. На домах. Естественно, МКБ это первым делом нужно сделать. Постараться сейчас замутить ее. И какой-нибудь даггер, наверное. Хотя даггер мне вроде не нужен, я же говорил уже. Не хватает спокойно моего шейкера. Плюс Войд, если еще залезу в них и прыгну. И как раз я за миссию окажусь, что не надо. А вот все предыдущие сделал. Нормально, по сути. Our warriors have engaged the enemy. Так, ну сейчас мы начнем все делать МКБ, я еще раз говорю. Или ребра плюс дизолятор. Или МКБ плюс башер. Кто не знает. МКБ плюс башер, наверное, это вообще будет круто. Будет тупо унижать, вообще убивать. Вот, все. Все, что только движется. Пошли Рошана заберем. Так. Закончим. Войда дамага больше, пусть он берет. Сейчас будет новая урна. Ай, не успел. Забыл про руну на карте. Ага, сейчас поверим, заберем ее. Где она? Тысяча 100 хп у Войда, конечно, ему. Сразу ломать. Круто. Нормальный купол. Там ему хана просто. Чуть не его жалко стало. Так-то. Сверка, по сути, изи фраг. Если все шейкер правильно сделает, она изи вообще здесь просто откатится. Сейчас спусти щиты. У него юла уже здесь нормально все. Так, сейчас главное поймать ее. Где она лазит?
пандус Фиксон первым артом, ну не первым. Купол, хорошо. Сразу минус этот пацан. Сразу потопа надо идти ломать. Падает у них отлично. Тупо нечего ему дать. Вообще нечего дать ему. Попробуем. Все, НКБ по сути готово. Боже, сало за салом, вообще ничего не могу. Просто забросали скиллами. Вот я что и говорю, что здесь НКБ, ну линка точнее, очень нужна была. Будет с луком уже. Нормально все у него портан. Ну, счет, кстати, равный, даже они лидируют немного. Самое главное, что я собрал НКБ. Войт себе делает эту, как ее. Войт себе делает баттерфляй. Кстати, походу он его уже сварил. Сварил он себе. Положим сюда то, что он хотел. Вот так. Вот, все, мы готовы. Мы готовы идти убивать все. Тупо готовы. Можно идти заканчивать просто. Идти и заканчивать. Это 5 слотовый Найкс, которого уже убить практически нереально. Не, ну реально, если все толпы не кинутся на меня сразу, туда меня заберут. Так по одному всех сожру. Схаваю тут деток. Тут детей слопаем. Вот, слопаем, братцам в этих магиях. Там поймели сейчас. Капец. Тупо поймели там. Охренеть. Я в шоке. Тупо поймели там. Как они так все там отдали слов. Войт, брат, давай на драться пойдем. Ну, Рашина могу сейчас пойти. Куда ты ходишь? Вот, Рашан, я же мигаю. Шейкер, шейкер, давай, брат, не бойся, брат, шейкер, гоу. Шейкер, гоу. Все нормально, гоу, сюда.
сразу же до... долетался. Линки у меня сейчас перезарядится. Прошел час. Я старался. Войда, кстати, убили как-то. Верка убила его. Жесть, Войд вообще красавчик, лучший. Или ребра все же сделать. Ребра это, конечно, хорошо, но... Не знаю. Нужно просто закончить игру уже и все. Не знаю, что тут думать. Просто закончить игру и все. Мы уже так собраны, что нам нафиг пинку не сняли. Видно. Так, опять ты это исполняешь. Слушай, хватит, алло. Че так больно? Падла достала от меня лично. Все, заканчиваем игру. Отлично. Не знаю, зачем я на базу лечу, ну ладно. Или хекс собрать себе, чтобы эту панду словить. Что, может, реально хекс собрать себе? Чтоб панду ловить. Хорошая идея весьма. А я буду убьет. Пол снайп, дай. Блуд выживает. Смотрите, что делать будет. На хук! Дурачок. Это на хук пацан подставился. Капец. Блин, как так нахуй взял? Парень убегал, убегал нахуй, ставился. Шейкер, пойдем, брат. Есть? Нету. Еще нету Рошина. Капец, как он так нахуй встал? Войд сам тут ходит. Пойдем, братан, пойдем. Пойдем нагибать, убивать. Видно, под крипами так стал хорошо. Поспрятался. Давай. Все, можно ломать, по сути. Так вот, ребят, игра. Не забывайте поставить ей лайк, подписаться, подкомментировать. Ну все, ребят, давайте, всем пока, увидимся.